Коллектив Гомельская «Здюшар номер 1» рыхтует подарунок городу. Новогоднее лядовое шоу. Гомельчанам представить спектакль по творах английской письменницы Памелы Треверс про няню-чаровницу Мэри Поппинс. Покуль же трупа самодейного лядового театра активно рыхтуется. За репетициями сочили наши корреспонденты. В опыт постановки дитячих лядовых спектаклей у Гомельской школы Олимпийского резерва номер 1 есть. Починаючи с 2004 года, гомельчане убачили у выконании юных фигуристов шерах постановок. И вось после долгого перапынку у працы новое шоу. До речи, подрыхтовку до спектакля почали за полгода. Организаторы обяцают сдивить глядача не только актерской гульней. Зрители ждет много сюрпризов. Спектакль проводится в условиях полной сценической сценографии. Мы заказали специальные декорации, мы заказали театральный свет. Такого шоу Гомель не видел последние 5 лет точно. В спектакле принимают участие, кроме воспитанников детской спортивной школы, лучшие фигуристы страны, члены сборной команды нашей страны, ряд мастеров спорта. И поэтому мастерство будет представлено фигурного катания в полном объеме. У спектакля «Мэри Поппинс» задейничаны 70 человек, а у спортшколе научается больше за 200 детей. Так что для отбора актеров пришлось проводить кастинг. Это был настоящий конкурс. 3 человека на место, скажем так. И были отобраны самые лучшие дети. Но те, кто не попал, они у нас в накладе не останутся. Они будут у нас выступать в отдельном утреннике. Счастливщики ж, якія трапілі ў лік актёраў, сутыкаюцца з новымі выклікамі. Рэпетыцыі шмат у чым адрозніваюцца ад трэніровачнага працэсу. Было сложна, но сейчас со временем втянулись. Есть всякие сложности, но с ними надо практиковаться и стремиться к лучшему. Прэм'ера тэатралізаванага шоу «Мэры Поппінс» адбудзецца ў Гомельскім лядовым палацы 26 снежня. Яшчэ 2 прадстаўленні пройдуць 28 і 30 снежня. Максим Савин, Евгения Кухаронок, Игорь Марышченко, телерадио, компания «Гомель».